волнение намного сильнее, чем когда ты выступаешь. Это несравнимо. Дина Аверина сейчас выходит на площадку. Я думаю, что все волнуются, безусловно, и очень-очень сильно. Будем надеяться, что сейчас у Дины будет все в порядке. Итак, Дина Аверина, булавы. Давайте смотреть и давайте переживать. Молодец! Дина, все получилось, и вот на самом деле вот такого увидеть, ну, это редкость. Довольно Ирину Александровну Винорусманову. Я чуть ли не в первый раз такое вижу. Это большая редкость, действительно, когда Ринсана хлопает, потому что в основном, как бы хорошо ты ни выступала, Ринсана все равно находит какие замечания, ошибки, и увидеть аплодисменты, это значит, что Дина действительно все сделала хорошо. Не знаю, как вы, я еле успевала следить за невероятной сложностью. Дина большая молодец, хочу отметить, что мне нравится очень эта музыка, она действительно ей очень подходит по темпу. Я тут готов взять весь огонь на себя, потому что поменяли музыку Дине Аверина.